Старт масштабной республиканской акции «Любить Беларусь» был даден у Минску. Мероприемство объединяло у одним творчим настрое одразу всех организаторов проекта. А это Белтелерадиокомпания, телеканал «Беларусь-3», республиканское громадское объединение «Беларусь». У лик уголовных удельников акции заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа». По задумке проекта, заслуженные артисты отправятся на полтора месяца у концертный тур по всей нашей стране. Завершится он 10 кастрычника гала-концертом у Минску. Организаторы обещают, что программа будет насыщена яркими номерами с уластивым коллективу национальным колоритом, бо головная идея акции – поддержка духовной спадщины и захование культурных традиций Беларуси. Мы редко когда задумываемся, что отлюбим мы с той места, где мы живем. Але у такие моменты, когда мы чуем белорусскую песню, когда мы чуем соковитое белорусское слово, мы разумеем, что мы белорусы, что мы громадяне Республики Беларусь. Ансамбль народной музыки «Беседа» існуе каля чвэрці стагоддзя. За гэты час ён стаў вядомы далёка за межамі нашай краіны. Заслужаны калектыў пазнаёміў са сваёй творчасцю жыхароў суседніх дзяржаў, а таксама тых, хто жыве нават на самых аддаленых кантынентах. Нягледзячы на такую шырокую гастрольную геаграфію, па душы артыстам усё ж такі родная Беларусь. Ведаеце, таму што наша Беларусь на такая гасцінная, славутая, сінявокая прыгажуня, якая заўжды сустракае шмат гасцёў, і мы ведаем і ганарымся тым, што мы жывём у прыгожай, самай-самай лепшай нашай у цэнтры Еўропы краіне Беларусі, чым і ганарымся. Падчас рэспубліканскай акцыі «Любіць Беларусь» ансамбль «Беседа» наведвае абласныя цэнтры і буйныя гарады нашай краіны. Разам з заслужаным калектывам у падарожжа адправілася і вядучая праграма «Размаўляем па-беларуску» і «Ідэаблог» пра мову Алена Трацэнка і прадстаўнікі телеканала «Беларусь-3». У спецыяльна падрыхтаваным цыкле праграм гледачы змогуць убачыць фрагменты канцэртаў, пазнаёміцца з гісторыка-культурнай спадчынай беларускіх городов, доведаться, чем живут разные регионы краины. Мы становимся ближе, телевидение стирает границы. Что может быть лучше, когда эфир формируется интересом зрителей? Ведь не зря говорят, что чем выше культура, тем выше оценка труда. Наверное, тот интерес, который сегодня проявлен к туру беседы, это и есть оценка труда телевизионщиков, которые делают этот эфир для вас. У Гомельской области ансамбль народной музыки «Беседа» даст одразу три концерты. 11 вересня коллектив выступить у Светлогорску, 12 у Жлобине, 13 вересня у Гомелі. У городе над Сожем и Светлогорску выступления будут проходить у городских центрах культуры, у Жлобине на центральной площади города. Вероника Ворошилина, Сергей Нигеревич, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель».